На сцене историко-культурного центра прошел спектакль под названием «Сказки старой Англии». Юные актеры детского театра «Ключ» и Дворца культуры «Видное» перенесли зрителей в загадочный мир кельтских легенд. В основе постановки – рассказы и стихи Ридьярда Киплинга. Под звуки шотландской волынки главный герой Пэк с волшебных холмов рассказывает девочке Уни и мальчику Дану загадочные истории о людях и событиях далекого прошлого. Живет сказочный персонаж в Англии с незапамятных времен и никуда не уйдет, пока растут дуб, терновник и ясень. Феи, духи сны, гордые создания. Но уж больно горделивый, разодорил их упрямство смертного, и их маленькие ручки и ножки сами впустили шумный пляс вокруг портного. Герои сказки рассказали истории о феях и эльфах, о волшебниках и колдовстве, о простых людях. Но главное в этой истории – доброта и сострадание, терпение и дружба, качества, обладающие самой великой силой. Спектакль в репертуаре театра уже более 10 лет и на протяжении всего времени очаровывает зрителей разных возрастов.